Здравствуйте, меня зовут Елена. Сегодня о прогнозе погоды вам расскажу я. В Барнауле ночью плюс 6, днем плюс 14. В Белокурихе ночная температура плюс 10, дневная плюс 15. В Горно-Алтайске ночью плюс 11, днем плюс 16. Теперь посмотрим, насколько отличается прогноз погоды в Бийске. В нашем городе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 8, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 17. И помните, неважно, какая погода снаружи, главное, какая погода у вас внутри.